Блять, ебать ты наркоман, сука, два шприца у него уже, ёбаный ты. Где-то рядом. Блять, ну я рад за тебя. Что хоть теперь ты не полный щит. Бля, я тут сейчас сдохну, что ли? Да я большого повстречал. Ну он просто не очень доволен тем, что я его хуярю. Он активно выражает свое недовольство моей. Моей жизни позиции по поводу того, что он должен существовать. Ну да. Я его добил. Ну до меня не дошло, сори. Как мига. Мига? Мига. Мига пулемет это пулемет от мига, да? Хз. Я завалил уже своего. Да и желтый это вообще без проблем был. Там был камень. Я думал, что ты просто фулов. Да. Правда? Какая неприятность. Ускорение скорости? Ваша скорость слишком медленная, чтобы быть быстрой. Быстрые ноги на Южном Централе знают все дороги. Бля, у меня уже 4 мишки, чего просто. Я умираю, надо жить. Famous last words, блять, просто. У меня, кстати, теперь есть 3 ноги.
hell? Если найдешь еще ноги, перезвони. Жиза. Жиза, жизулька. Жиз, 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 жизга. Чувак, я тут в какую-то жопу забурился. Ну норма, где выход-то? Да я вот как раз обратился, ты мне вот все объяснил, дорогу показал, я понял, куда идти. Так чё, блядь, где он? Здесь больше делать нечего. Ну давай, где ж твои эти штучки, которые в атмосфере? А, вот он.
Бля, я про твой баннером, конечно, да, разваливаю то. Жесть. Тут три перекрещаются вот здесь. Просто хуярь в ответ и все. Не, главный Валадж же был только что. Ну да. Достаточно. Ну да. Ну, лучше, чем. Да, а что выживать? Просто же убили. Ой, бля. Да нет, долго просто. Кек. Я хз, я давно вроде нажал. Впервые? Thank you.
Привет, Кирилл. Привет. Привет. Чё, как? Ужин. Да. Ужин. Да. Завтра. Не, это ужин. Нам действительно дали на ужин. На ужин нифига. Ну, может, мы приехали к трём, обед не положен, а только ужин. Только ужин. Хм. Нормально вам так, наверное. Посмотрим, что там. У тебя их нет. Я ж не могу. Как? Разве я могу что-то выкидывать? Могу. Мне кажется, тебе кажется. Что делает? Что делает? А, самая базовая вещь. У кого у нас? Ну. А где выход? Так внизу в самом. Что-то ты как-то вообще... Если что, я труп. Да. Не уследил. Сейчас вернусь.
Я писать не тебе. Мне кажется, они тоже стали быстро двигаться. Я ее в самом начале получил. Нормально. Ты пулемет врубай. А, да, точно, точно. Ты телепортер-то вруби. Зачем тебе это главное? Мы умрем. Да так, потому что они инкрементально будут увеличиваться. Просто процентно, скорее всего, даже. Но от боли ты не сможешь убежать. Которая. Помочь тебе с ним? Ну ладно, давай. Ну пока они будут дальше, становится еще жирнее. Ну да. Держи в курсе, умираю, Dead Guy. Регейн.
Да, бывает. Помню. А лучше как горчилочи. А, my shoulder! Потому что гачи это ёб твою. Меня, короче, кулак из-под земли ёбнул. Да, минус 173 хп дал. Минус 173. Я даже рад буду. Ну, типа, ты сдохнешь. Это новый, блядь, закалька. Заведем. Сейчас я вернусь. Да, прям как я. Битл Квин. Нормально. А этих можно стрелять? Не дерись с ними.
зачем тебе деньги, если ты сейчас все соберешь со своими деньгами уже? Гитару. На! Зачем? Да. Там ничего нет. Кажется. В смысле, они будут просто проценты добавлять и все, и ты в итоге сдохнешь. Да я тебе отвечал. Блять, вообще. Ты стреляй. Да ты постоянно горишь, это для тебя норм. Я не обращаю внимания на такие моменты. Я обращал внимание каждый раз, когда ты горишь. Ну да. Но он меня заебал. Нет, ты до этого говорил, что мы будем жить вечно. Все, блядь. Поздно. Ну круто. Так. Да. Мы будем жить вечно, да-да-да. Да, я тебе перезвоню попозже. Не убирай, блин, пусть с меня.
Ща, да подожди. Я вообще хотел бота за 5к купить. Вот идем. Не знаю, что было. Вот поэтому дай его сначала убью, а там активируйся. Я просто не видел этого. Посмотри, сколько там по всем прыгает сейчас сурово. Двадцать две тысячи. Блять, что опять? Чего? Ха-ха-ха!